Специалисты различных трудовых дисциплин республики снова встретились на чемпионате профессионального мастерства. Сегодня в Якутске стартовал региональный этап WorldSkills Russia. Подробнее Иван Подойницын. WorldSkills Russia в Якутии за 5 лет проведения ежегодно разрастался в количестве профессиональных дисциплин, в которых соревнуются участники. В этом году их стало 43. 8 компетенций из их числа презентуют впервые, а еще 3 носят локальный региональный характер. Например, древнее мастерство плетения из конского волоса. По словам экспертов, курирующих это конкурсное направление, мы могли бы наладить связь с Хакасией, Бурятией, Алтаем и Литвой, с теми регионами, где есть коневодство, и соревноваться с ними на всероссийском уровне. Младшая группа делает нагрудное украшение, техника и плетение с двух цветов. Старшая группа делает веер. А на якутском это будет цапсыка. Победители по 37 рабочим специальностям боролись за возможность пройти на эту ступень международной программы на отборочном этапе. Поэтому сейчас на региональном чемпионате представлены финалисты конкурсов в образовательных учреждениях со всей республики. И снова эти учебные организации вступили в конкурентную борьбу, но теперь уже за выход на другой уровень. Колледж проводит, вот, участвует уже 5-й год в этих играх. Колледж имеет достойную историю побед в таких чемпионатах. Да? Вот, например, значит, победители регионального этапа вот, WorldSkills Россия был Крымов Игорь Сергеевич. Он нынче будет участвовать еще и как главный эксперт вот, сетевое администрирование. Для многих WorldSkills – это шанс повысить свой профессионализм, ведь методика конкурсной оценки – это устоявшаяся всероссийская практика. Многие участники еще учатся выбранному призванию, но участие в чемпионате становится для них испытанием полученных навыков, пробой пера, а для наиболее амбициозных – и способом презентовать себя работодателю. Графический дизайн – наша компетенция называется. Мы разрабатываем логотип, вот задание логотип якутского ресторана «Сандалы». Но первый модуль мы делаем логотип, папку, ну, там предметы брендбука. А вот второй модуль пока еще задания не получили. Чемпионы из республики, по словам регионального координатора WorldSkills, есть среди поваров и кондитеров, а также последнее время заметный профессиональный рост наблюдается в строительной сфере. Из наиболее востребованных и популярных профессий, естественно, это сфера услуг. У нас очень сильно развито поварское дело, кондитерское дело, ресторанный сервис. Далее у нас идет вот сварочные технологии, потом из современных у нас информационных сфер. Здесь в колледже связи развивается сетевое системное администрирование, инженерный дизайн, веб-дизайн. Ну, такие актуальные на сегодняшний день профессии, компетенции. 5-й открытый региональный чемпионат – это только ступень первого уровня. По его итогам сформируют сборную республики по 32 компетенциям. После эти ребята попадут уже на отборочные соревнования в Москве, где встретится вся Россия. И только потом лучшие из лучших отправятся на финал в Сочи. Иван Подойницын, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.